новость стала головной болью. В начале года было объявлено, что премьера «Зверополис 2» вскоре. Итак, спустя 7 лет после первой части поклонникам придется увидеть своих любимцев в новом фильме. Давайте вспомним приключения, которые ждут нас в «Зверополис 2». Первый фильм проходил в гигантском городе, где живут разнообразные животные. Главные герои — амбициозный кролик Джуди Хоббс, преследующий мечту о полицейской карьере, и хитрый лис Ник Уайлд. Пара встречается случайно и вместе раскрывает темную интригу заместителя мэра. Проводя расследование, Джуди и Ник преодолевают предубеждения и заводят неожиданную дружбу. Фильм обсуждает серьезные вопросы, например, недоверие и сотрудничество между группами. Очень забавный, эффективно использует антураж животных. Знаменитый тизер с ленивцем Флэшем привлек много зрителей в кинотеатры. В «Зверополисе 2» ожидаем вернуться Джуди Хоббс и Ник Уайлд. Точный сюжет — секрет, но полицейские, вероятно, столкнутся с преступлениями. Город предлагает потенциал для приключений. Сиквел может показать больше о мегаполисе животных и взаимоотношениях. Фанаты хотят увидеть больше звериных районов и узнать их способ жизни. С первого фильма зрители задают вопрос. Встречаются ли Ник и Джуди? История соответствует типичному голливудскому клише о романтике. Бунтарская пара узнает о своей любви во время приключения. Они-то и принадлежат к совершенно другим видам животных. Сомнительно, что создатели будут спровоцировать дебаты по зверопопути... За сиквел по «Зверополису 2», просто чтобы угодить фанатским фантазиям. Можно представить, что один из них окажется в романтических отношениях. На самом деле, это был бы интересный вызов для их дружбы. Ожидается, что актеры озвучки Дженнифер Гудвин и Джейсон Бейтман снова подарят Джуди и Нику свои уникальные голоса. Нет информации о других ролях, но сиквел обязательно представит новых персонажей. После того, как «Зверополис» заработал более 1 миллиарда долларов в кинопрокате в 2016 году и получил «Оскар» за лучший анимационный фильм, многие удивлены, что Дисней ждала 7 лет, чтобы официально объявить о сиквеле. Между тем, вышел мини-сериал «Зверополис Плюс» на Disney Plus в ноябре 2022 года. Шестисерийный цикл короткометражек открывает новые приключения в городе зверей и демонстрирует велик интерес зрителей. Вторая картина будет режиссироваться Байроном Ховардом и Ричем Муром, как и первая часть. Остается один вопрос. Когда ждать «Зверополиса 2»? Картинка всего лишь в начальной стадии производства, поэтому в кинотеатрах ожидать ее не раньше 2025 года. Каково ваше мнение о «Зверополисе»? Вы также взволнованы по поводу продолжения, как и мы. Какие у вас предположения о событиях во второй части? Ваши теории интересны для нас.